Здравствуйте! Добро пожаловать на шахматное шоу «Армагеддон». То, чего так долго ждали любители и профессионалы интеллектуальной игры, случилось. Трансляция в телевизионном эфире матчей молниеносной игры. В течение целой недели 8 супергроссмейстеров определяют сильнейших в блиц-партиях. Но если мини-поединок из двух встреч заканчивается равенством, то тогда нас с вами ждет особое шахматное блюдо – «Армагеддон». С вами ваши комментаторы, гроссмейстер, член сборной России, тренер российской сборной Владимир Поткин. И гроссмейстер, известный журналист Эльмира Мирзаева. Соревнования проходят по системе Double Elimination. Это означает, что игрок, проигравший один матч, получает второй шанс. И он может не только показать характер и вернуться в турнир, а даже выиграть его. У нас уже определились все участники верхней и нижней части турнирной таблицы. Накануне состоялось две встречи. Ну а сегодня нас ждет принципиальное противостояние между постоянными друзьями и больше даже соперниками. Ян Непомнящий и Сергей Корякин открывают игровой день. После этого выйдут на импровизированный шахматный ринг Владимир Крамник и Теймур Раджабов. Ну что же, начинаем сегодняшний день противостоянием членов российской сборной Яна Непомнящего и Сергея Корякина. Эти двое росли бок о бок, играют рука об руку практически в российской шахматной сборной, но сильно очень конкурируют в индивидуальных турнирах. Интересно, как будет проходить эта борьба, начинает эту игру Ян Непомнящий белыми фигурами. Многие называют эту встречу досрочным финалом. Действительно, это лидеры российской сборной, и они играют давно уже в мировой элите шахматы, поэтому эта встреча особенно интересна. Даже сложно себе представить, сколько уже матчей провели эти двое, Ян Непомнящий и Сергей Корякин. Ну вот сейчас мы с вами перенеслись в нашу красивейшую виртуальную студию, в которой находятся наши шахматисты. Ян Непомнящий и Сергей Корякин уже практически готовы к началу поединка, готовы к тому, чтобы сделать первый ход. Мы видим, что за Яном Непомнящим есть шахматные фигуры, он не может себе их вновь поставить на доску. Это те самые фигуры, которые из виртуальной студии будут исчезать по мере того, как они исчезают на его реальной шахматной доске. Безусловно, Сергей и Ян провели уже много встреч, не только в турнирных партиях, но и на тренировочных сборах. И сейчас интересно, что же выберет Ян. Все-таки мне кажется, что Ян отдаст предпочтение любимому ходу королевской пешки. Сегодня Ян Непомнящий вновь в таком обновленном облике с прической самурая, наверное, можно ее так назвать. Обычно Ян Непомнящий все-таки не так выглядит в таких соревнованиях по классическим шахматам. Возможно, здесь у него особенный настрой. Именно имея вот такую же прическу, он одержал победу в своем первом матче в Армагеддоне. И вот начинается эта партия. Разыгрываю классический вариант. Сейчас это переходит в дебют четырех коней. Я немножко удивил Сергея, но Сергей в теории очень подкован, безусловно, ее хорошо знает. Короткая рокировка, белый выводит короля из центра. И очередь хода Сергея. Напомню, что наше соревнование проходит по правилам блица. Каждому из шахматистов отводится по 3 минуты. Плюс 2 секунды добавляется на каждый ход. Здесь еще проект «Армагеддон» невероятно интересен тем, что мы можем видеть показания соперников. Вы видите эти сердечки, это пульсометр. И мы можем видеть, как меняются показания игроков в течение партии. Чем меньше времени, тем больше, естественно, волнения. У Сергея и Яна разный стиль игры. Ян делает ставку на динамику фигур, а Сергей тяготеет к более позиционной игре. Как схватка этих двух абсолютно разных шахматных подходов, как она скажется сегодня и кому она принесет больше результата? Мы видим, что пока все-таки больше думает Сергей Корякин. А вообще ощущение, что Ян Непомнящий в принципе играет очень быстро в шахматы. Я помню вот недавний финал Гран-при, где одержал Ян Непомнящий победу. Он вообще действовал очень быстро в финальном противостоянии с Александром Грищуком. Наверное, это такой коронный ход. Сделать ход быстро со стороны Непомнящего, коронный ход, и пусть соперник думает сам. Ян в целом очень быстро улавливает нюансы позиции, поэтому за считанные секунды он просчитывает и делает сразу же ставку на какие-то решения. А Сергей больше любит проникнуть в позицию, выработать какой-то больше стратегический план и рисунок. И сейчас мы видим, как раз именно такое сочетание происходит.
Яннепомнящий славится своим грандиозным счетом, невероятной скоростью принятия решений. И вот он демонстрирует это в очередной партии. Ну вот мы видим впервые, пожалуй, Яннепомнящий сегодня задумался. Вот у него уже меньше 3 минут. Ну а тем временем Сергей Корякин пытается активизировать своего коня, вывести его на f4, напасть на этого ферзя. Начал, что Сергей пытается еще размять как можно больше фигур. Сессионные позиции – это выгодно слабейшей стороне. И сейчас размен происходит слонов. Но в то же время очередь хода за Яном, и это тоже играет роль. Интересно, что сегодня один из ваших комментаторов, Владимир Поткин, работал и с Яном Непомнящим, и с Сергеем Корякиным. Напомню, что Сергей Корякин не просто шахматист, это претендент на шахматную корону. Напомню, что в 2016 году гремел этот поединок практически на весь мир, когда в Нью-Йорке Корякин был невероятно близок к тому, чтобы выиграть у Магнуса Карлсона. Так вот, Владимир Поткин находился там также в Нью-Йорке и помогал Сергею Корякину. Ну а сейчас Поткин работает и с Яном Непомнящим. Володь, вот как это? Работал и с одним шахматистом, и с другим. Может быть, за кого-то болеешь сегодня? У нас, конечно, для меня этот матч особенный. Встречаются два великолепных игрока, талант которых мне посчастливилось раскрывать. И действительно, я получаю удовольствие, работая с Сергеем и с Яном. И их большие победы, они также являются драгоценными для меня. И, безусловно, я болею за них обоих, и пускай победит сильнейший. Даже, может быть, не очень для тебя приятно, что сошлись вот два твоих ученика, можно сказать, да? То есть кто-то один выбьет другого, это факт. Да, это с одной стороны так, но с другой стороны они играют в этом замечательном шоу, и также они проходят эту стадию турнира с блеском, поэтому это особенно приятно, что они дошли до этой стадии. Мы видим некоторые размены в центре доски, пытается провести освобождающее движение пешкой d6, d5. Они могут бить белую эту пешку, на e2 висит ферзь. Такое впечатление, что решил все свои дебютные проблемы, или, по крайней мере, уже близок к этому Сергей Корякин. Надо сказать, что позиция ближе к равной, и сейчас происходит как раз контратака черных. Они напали на пешку, но Ян ее защищает, и позиция остается, как шахматисты выражают, динамического равновесия. Да, в этой ситуации динамического равновесия у Сергея Корякина меньше времени, причем не просто меньше, а на целую минуту. Это очень много для блица. А вообще, насколько серьезна эта фора, она может сказаться в самый ответственный момент? Безусловно, время играет большую роль. И надо сказать, что мы недавно были вместе на сборах тоже с Яном и Сергеем в Сочи. Ребята много играли в блиц. Чаще победа была за Яном. Но когда они встретились на турнире в Африке, победил уже Сергей. Поэтому они очень часто обыгрывают друг друга. Друзья-соперники, так их можно назвать. Они постоянно, наверное, уже сыграли бесчисленное количество партий. Причем в разном формате. И блиц, и классические шахматы, и быстрые. Наверное, уже ни один из них и не вспомнит, сколько он играл. А мы это у них спросим потом в студии. Да, мы зададим, безусловно, этот вопрос. Но вот такое постоянное соперничество, оно, наверное, накладывает определенный отпечаток. Не так ли, Володь, когда вот готовишься к этому, опять к этому человеку? Безусловно, когда ты знаешь человека очень хорошо, то ты предпочитаешь уже смотреть и читать его как книгу. А, Эльмира, как вот ты считаешь, вот с Яном, я знаю, что ты играл в одной команде, что и когда, и какие твои ощущения от этой игры? Яна, Непомнящий, очень разносторонняя личность, он не просто очень сильный шахматист, это человек, который интересуется множеством разных тем, в частности, Ян очень любит играть в эту игру «Что, где, когда», и вот мне посчастливилось тоже находиться с ним в одной команде. Команда наша называлась «Бешеная ладья», и Ян, я помню, что с самых первых вопросов он взял на себя лидирующие позиции, очень быстро находила ответы. То есть так же, как Непомнящий действует за доской, быстро и уверенно, так же он действовал и вот в игре «Что, где, когда». Это принесло нам результат. Мы долгое время лидировали с отрывом и давали правильные ответы. Конечно же, Ян лидер по натуре, и ему, может быть, поэтому отчасти за шахматной доской тяжело играть вторым номером. Он привык и любит, когда инициатива, играешь первым номером. Ян всегда ставит себе самые амбициозные цели, и, безусловно, для него шахматы – это всегда вызов. А сейчас он тоже идет вперед, он сделал активный ход, раскрыл короля, и в то же время захватил пространство для своих фигур. Да, Ян не пытается использовать пешечное большинство на королевском фланге, но, естественно, так просто Сергей Корякин не отдаст эту партию, не отдаст преимущество. У Корякина, напомню, есть такое прозвище министра обороны. Получил он его после того, как в матче с
Магнусом Карлсоном в Нью-Йорке, защитил несколько очень тяжелых позиций. И, возможно, эти навыки министра обороны шахматного Карякину пригодятся и сегодня, и даже вот в конкретной партии. Я не делаю ставку на проходной, но скажу, что он очень часто находит такие ресурсы продолжения борьбы, которые другие и не нашли бы. И сейчас уже его проходная на 7-м ряду, и Сергею нужно срочно блокировать ее и как-то приводить движение свою пешку, что он и делает. Интересно, что по времени обогнала Ян Непомнящий своего соперника, у него уже меньше 30 секунд, в то время как Сергей Карякин более или менее спокоен, это мы видим по показаниям пульса, и у Карякина все-таки вот чуть-чуть больше времени, на несколько секунд, а это, поверьте, даже секунды имеют значение, но вообще пешка на Е7, конечно, достаточно неприятная. Самое интересное, только начинается, у соперника остается очень мало времени, позиция сейчас может обостриться, поскольку оба короля раскрыты, и Сергей ищет ресурс для продолжения борьбы. Все волнения впереди, мы видим, что с левой стороны нашей шахматной доски колоночка, и чем ниже эта колонка, то, соответственно, тем лучше позиция у черных. То есть мы видим, что сейчас она опустилась ниже четвертой горизонтали, это значит, что черные как минимум в порядке. Яну надо соблюдать, мне кажется, осторожность, поскольку его король более раскрыт, чем у Сергея. Сергей отыгрывает пешку, проходит размен. Сейчас ладейный эндшпиль на доске. Приблизительно, наверное, равная оценка у этого ладейного окончания. Логический результат ничья, но с другой стороны, это блиц, это проект Армагеддон, и здесь произойти может все, что угодно. Ян может активизировать короля, и сейчас это может отразиться как раз на оценке позиции. Залезает в тыл к белым фигурам Сергей Карякин. Ладья b3, ход достаточно неприятный. Все-таки грозит ладья b4. Шах ответный дает Непомнящий. Мало времени, они могут согласиться на ничью, поскольку не рисковать. Тоже есть такая идея, но продолжает борьбу. Ян делает шах, он уже даже уронил фигуру, но Сергей съел пешку, но Ян делал ставку на активность, ему должно хватить активности, чтобы сделать ничью, но не более. И вот пока мы видим, что Сергей Карякин шахом с b4 очень четким отбросил короля соперника, чтобы белые не были слишком активны, уже много достаточно пешек съел Сергей Карякин, борьба продолжается на секундах. Ян отыграл пешку, Сергей ищет ресурсы для продолжения борьбы, все-таки у него лишний материал, и сейчас он меняет проходные. Впечатление, что черные ход за ходом перехватывают инициативу и начинают реализовывать лишний материал, который у них есть. И вот мы видим, черный король уже активизировался. Аккуратно надо быть Яну, безусловно, без спешки в ладейном окончании. Таит это в себе немало опасности, и нужно ему играть только на ничью уже. Нужна аккуратность. Съел еще одну пешку Сергей Карякин. Чем это кончится? У белых одна проходная, но она надежно держится черной ладьей с g3. Нужно успеть ликвидировать последнюю проходную черных, пешку А, которая сейчас пошла вперед, а Сергей ее не отдает, и, безусловно, это его главный козырь сейчас. Пытается играть на победу, да, согласились на ничью. Да, получается, что соперники меняют пешки сейчас. Бывает, что соглашение на ничью происходит именно в тот момент, когда соперники видят чуть больше в позиции. Сейчас происходит размен проходными и неизбежно ничья. Обратите внимание, что согласились они на ничью. У Сергея Карякина в этот момент всего лишь 2 секунды. И ладейное окончание известно как раз тем, что одной пешки недостаточно для победы. А сейчас мы прервемся и продолжим после небольшой паузы.
Итак, это вновь проект «Армагеддон», уникальное шахматное шоу. Сегодня у нас уже завершилась первая встреча игрового дня между Яном Непомнящим и Сергеем Корякиным. Закончилась она в ничью, хотя результат мог бы быть и другим. Надо сказать, что теперь Сергей белый цвет, он постарается минимизировать все риски и будет наращивать преимущество постепенно. Ну а Ян известен своей любви к инициативе, и поэтому нас ждет яркая встреча. А теперь давайте посмотрим самые интересные фрагменты первой партии между Яном Непомнящим и Сергеем Корякиным. Соперники пожимают друг другу руку, этот ритуал традиционный в шахматной игре. Мы видим дебютную стадию, где впервые задумался Сергей Корякин. Может быть, немножко удивил его Ян Непомнящий своим дебютным выбором, но впечатление, что Корякин решил все свои дебютные проблемы. Надо сказать, что Сергей обычно, когда сталкивается с какими-то неожиданностями, он старается играть максимально строго, не идет на какие-то осложнения, и в этой партии он так продемонстрировал. Тем более, надо избежать осложнений, когда речь идет о блице, и времени на раздумывание, на раздумье у тебя не так много. Здесь мы видим, как Ян Непомнящий уже проявляет агрессию на королевском фланге, нападает на ферзя, пытается надвинуть свое большинство на королевском фланге. На секунду казалось, что здесь Ян нашел очень интересный ресурс. Он своей проходной прошел редуты соперника, но Сергей очень точными действиями нашел контр-игру и даже перехватил инициативу и завладел преимуществом. Да, мы видим сейчас вот это ладейное окончание на доске. Здесь наверняка были шансы на победу у Сергея Корякина. Мы видим, как недовольно качает головой Ян Непомнящий. Он понимал прекрасно, что был близок к поражению, но вот удалось ему вновь спастись. Не напоминает ли тебе, Володя, это первую партию, которая случилась у Яна Непомнящего с Эрнестом Наркиевым? Тогда он тоже стоял не очень хорошо, но в итоге смог уйти от поражения. Что будет сейчас во второй партии? Да, Эльмира, это похоже очень сценарий, что соперники очень часто, что называется, выигрываются в игровой ритм. И сейчас тоже Ян не продемонстрировал, может быть, своей самой лучшей игры, но в то же время у него достаточно класса, чтобы удержать эту партию, и что он не сделал. Сейчас у Сергея Корякина во второй игре будут белые фигуры, преимущество своей подачи. Посмотрим, как начнет игру Корякин. Мы видим, что виртуальные наши шахматные фигуры за каждым из шахматистов сейчас полный комплект. К сожалению, для гроссмейстеров нельзя поставить их на доску, использовать. Они исчезают по мере исчезновения и по мере разменов на реальной шахматной доске. Сейчас о многом скажется, как соперники провели эти 5 минут, как они перестроились после первой партии и насколько хватит энергии провести второй отрезок. Итак, мы видим на доске сицилианская защита разыграна. Один из основных дебютов Яна Непомнящего. Да, надо сказать, что ход редкий сейчас сделал Сергей слоном на поле d3, но он приносил много побед и самому Яну Непомнящему. Он выиграл очень важную встречу у Дуды, польского гроссмейстера, что принесло сборной России победу в одном из важных матчей. Мы видим, что Ян Непомнящий волнуется значительно больше своего соперника. Это и видно из показаний пульсометра. Видимо, еще, может быть, немножко не отошел Ян от первой встречи, когда все-таки он был близок к неудаче и чудом ее миновал. Надо сказать, что действительно, общаясь и занимаясь с Яном и Сергеем, я вижу, что эти шахматисты, они уникальны, но они оба разные. И если Сергей даже после выигрыша и проигрыша спокойно засыпает, он спокойно отходит от партии, то Ян чаще переживает, он об этом больше думает, и его характер, он отражается на стиле игры, он более, скажем так, инициативный игрок, а Сергей продолжает играть в позиционном русле. Да, то есть получается, Сергей Корякин более такой сдержанный позиционный игрок, а вот Ян Непомнящий как раз вот любит идти вперед, где-то, может быть, блефануть, особенно это касается блица. Но посмотрим, удастся ли ему блефануть черными, ведь сицилианская защита – это очень острый дебют и на дебют на перехват инициативы как раз. Это дебют на 3 результата, безусловно, сицилианская защита. Славится он как раз острой тактической игрой. И Ян его выбрал, потому что он не хочет играть на 2 результата. Он хочет обязательно иметь шансы на победу. Шансы на контр-игру сейчас ищет и Ян Непомнящий. Впрочем, и Сергей Корякин задумался. У него висит конь в центре доски. Отводит фигуру на b3, предлагая размен коней. Как поступит Ян? Разменялся. Ян ликвидирует белопольного слона. И тем самым он получает дополнительный
контроль над полями в центре. Но с другой стороны, теперь зато у Карякина преимущество двух коней, если это можно назвать преимуществом, видимо, только для блица это может являться преимуществом. Эти прыгучие фигуры могут создать такое количество проблем в лагере соперника, что мало может не показаться. И мы знаем такие примеры, они у нас уже были на проекте «Армагеддон», думает сейчас Сергей Карякин. Вообще, Карякин в принципе дольше задумывается своего соперника, даже вот не над критическими моментами, просто пытается проникнуть в глубины позиции и сделать наиболее качественный ход. Так и есть. Это, безусловно, разные стили, разные подходы. А вот, Эльмира, я знаю, что ты, будучи прекрасным журналистом, тебе удается находить время участвовать тоже в шахматных турнирах. Для тебя шахмат – это любовь на всю жизнь? Возможно, это любовь на всю жизнь. Это интерес. Интерес выступать, соревноваться, состязаться. Тем более, что по долгу профессии журналистики мне вот, имею я удовольствие общаться и с гроссмейстерами высокого уровня. Так что в каком-то смысле от них заряжаюсь этой вот энергией, энергией соревнований, энергией и желанием вот играть и состязаться. Сейчас мы видим, что уже минутка, всего одна минута осталась у Сергея Карякина. И, конечно же, это серьезная фора по времени, потому что у непомнящего почти 3 минуты. Такие соперники делают пока тихие пешечные ходы, они могут решить исход партии в дальнейшем. На таких нюансах как раз и держится последующая стратегия. Затяжная такая маневренная игра сейчас, так она и называется в шахматной стадии, в миттельшпиле, то есть в середине игры соперники пытаются хитро как-то друг друга перехитрить, какие-то тонкости вытащить из позиции, по миллиграмму улучшать позиции фигур. Вот сейчас впервые, наверное, надолго задумался Ян Непомнящий, пытается найти какие-то ресурсы. Может быть, ему надо напасть на ферзя слоном, может быть, не надо. Как раз над этим сейчас и раздумывает Непомнящий. Критический момент в партии, безусловно, если черным удастся в ближайшее время проявить активность, провести пешечное продвижение в центре, то у них будет даже преимущество. Но если Сергею удастся стабилизировать положение и захватить ключевое поле в центре, то перевес будет у него. Сдваивает свои ладьи по линии С Ян Непомнящий, оказывает давление. Это типичная ситуация для сицилианской защиты, когда черные имеют эту открытую вертикаль и пытаются создать там давление определенное. Сейчас мы увидим, что вновь задумался Ян Непомнящий. Здесь есть над чем подумать, то ли проводить D5, то ли не проводить. Но сейчас, наверное, просто этот ход не проходит пока. Пока черным нужно маневрировать, безусловно, и нужно думать о ресурсах соперника. Не забывать о профилактическом мышлении. То самое, чему учил Марк Дворецкий, великий шахматный тренер, у которого очень много учеников, гроссмейстеров. И вот мы видим D5 на доске сыграно. Прорвалось, да, это типовой маневр. Он применялся многими знатоками сицилианской защиты. Если он проходит обычно, то черный добивается отличной игры. Освобождает свою позицию Ян Непомнящий, уже нет у него такого же... Раздевал Сергей, похоже, этот удар. Он просто зевнул фигуру, это фантастика. Поразительно, он зевнул фигуру, он просмотрел, это грубая ошибка. Дело в том, что теперь, если бьет на b6, либо пешкой, либо ферзем, то следует ход слон c5, и белые теряют ферзя. Боже мой, такая неожиданная развязка. Уже 15 секунд осталось у Сергея Карякина. Это неожиданно практически для всех, в том числе даже для комментаторов, такой неожиданный просмотр со стороны Карякина. Конечно, Сергей понимал, что ход d5 принес черным отличную игру, но чтобы дело закончилось таким фиаско, конечно, он не мог подумать. Да, сейчас просто Сергей Карякин играет без фигуры, собрал в кулак последние силы и пытается оказывать хоть какое-то сопротивление Сергей Карякин. К сожалению, он допустил вот этот просмотр грубый. Теперь он находится без материала, без слона. Еще одна фигура может потеряться. Ян нападает на коня. Сергей пытается последние ресурсы проявить, но точной игрой Ян нейтрализует все возможности Сергея. Сложно Сергею Карякину напасть на что-либо. Вот Сергей Карякин признает свое поражение. Так неожиданно закончилась эта партия. Абсолютно драматическая развязка, была спокойная позиция, и Сергей пропустил сначала этот удар в центре, пешечный d5, который привел к активной игре у Яна, но зевок фигуры просто решил партию. Такое бывает в блице от чрезмерного напряжения и от того, что вот шахматисты что-либо просматривают позиции, что и случилось с Сергеем Карякиным. Вот мы видим, что за ним вот студия начинает мигать. Это такое нервное напряжение. Даже студия уже, игровая зона начинает менять свой окрас, потому что напряжение колоссальное, и с ним сегодня, к сожалению, не справляется Сергей Карякин.
все-таки в близ очень можем получить свою игру, если Яну такие позиции, они знакомы с детства, Сергей, наверное, все-таки что-то пошло не по плану. Наверное, он не хотел такого сценария, который получился во второй партии, где он играл белыми фигурами. Он тратил очень много времени на раздумья в первой стадии этой партии, и закончилось все драматично просмотром, и тем более, что у Сергея же в этот момент было уже не так много времени. Конечно, так и есть. Мы продолжим после небольшой паузы. Это шахматный проект «Армагеддон». У нас завершилось первое противостояние игрового дня между Сергеем Корякиным и Яном Непомнящим. Сергей Корякин потерпел поражение. Сейчас он в нашей студии. Сергей, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Что случилось во второй партии? Ну, тут матч сложился очень сложно. На самом деле, в первой партии мне казалось, что в какой-то момент уже у меня были хорошие шансы на победу. Может быть, я зря пошел h5 в эндшпиле, может быть, ладья c4, там надо было как-то двигать пешки. А вторая партия, да, действительно, вторая мне совсем не удалась. Я смешал несколько планов в варианте Найдорфа за белых, то есть нужно было либо там играть f4, без А4, либо ставить уже F3. Ну, в общем-то, это дебютные нюансы, я их неправильно трактовал. Вот. И дело даже не в том, что получилось плохо, на самом деле была совершенно нормальная позиция, просто времени потратил очень много. Вот. Но потом уже, когда позиция осложнилась, у меня уже не хватило времени понять, в чем ловушка Яна, и когда он пошел D5, ну, там уже, наверное, мне уже не очень. Но, по крайней мере, проигрывать сразу не должен был, вот, но в целом, конечно, я зевнул его вот эту вот сильную идею с ладьей b4, ладьей b6. Может быть, где-то надо было пойти король h1, сделать профилактику и, по крайней мере, хотя бы не получить такой удар. Сергей, а вот есть ли у вас какие-то памятные шахматные партии, победы, которые вы больше всего запомнились вам на протяжении карьеры? Помню, одна из моих самых знаменательных побед была в Армагеддоне против Яна. Без ферзя. Вот так вот. То есть вы, получается, даже отдав сегодня фигуру, все еще помнили об этой партии. Конечно, конечно. Сергей, думали, ну ничего, я без фигуры, но тогда я-то был без ферзя, это еще хуже. Тогда было гораздо хуже, но тогда у него времени было меньше. Вот. Все-таки время важный фактор. То есть здесь как-то вот вы как и министр обороны шахматной, да, но уже, видимо, когда на b6 фигуру съели, там, наверное, уже было ресурсов. Да, не, понятно. То есть я зевнул там и послал b6, понятно, что уже все. Как бы, ну, я сделал несколько ходов, но это уже так просто. Ради приличия. А вы друзья-соперники с Яном Непомнящим, бок о бок уже много лет. Вообще ведете какую-то статистику? Сколько партий вы сыграли между собой?
Ну, мы играем постоянно. Вот совсем недавно мы играли в Абиджане, вот, экзотическая страна, но вот в том числе две партии мы сыграли с Яном. Но в целом мне очень сложно сказать, какая наша статистика, причем даже примерно, потому что мы играем там, ну, несколько раз в год на протяжении многих-многих лет. Ну, с переменным успехом, скажем так, ну, в целом плюс-минус, наверное, равный счет, но точно мне сложно сказать. Сергей, у вас будут еще шансы на победу в этом турнире? Хотели бы с кем-то встретиться из соперников? Есть ли у вас какие-то удобные и неудобные соперники? А я, честно говоря, не знаю, на кого я выхожу по сетке. На победителя вы матча? Вы выходите на Даниила Ржава... Дубова. А, на Даниила Дубова? Снова? Да, снова. Вот снова вот выходите на Даниила Дубова. И что вы скажете об этом молодом подрастающем шахматисте, который, вот напомню, в декабре выиграл чемпионат мира по быстрым шахматам? Не, ну прекрасный шахматист, очень сильный, но у меня с ним был тяжелый матч, и я рад, что удалось победить. Ну, вот, снова придется играть. Да, то есть, может быть, это какая-то дополнительная мотивация, чтобы вот уже зафиксировать окончательный результат, потому что, конечно, Дубов прибавляет, а вы уже находитесь в топе, и вот это та самая молодая конкуренция, да, и с ней всегда, наверное, не так просто играть, с этими конкурентами молодыми. Ну, конечно, молодые, они растут, они много занимаются, они очень амбициозные, поэтому это всегда непросто. Вот. Ну, с другой стороны, на моей стороне, можно сказать, какой-то больший опыт участия в сильных соревнованиях и игры против сильных шахматистов. Вот. Но что будет старше, здесь, как бы сказать, никогда не можешь. Сергей, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. Успехов вам и до встречи на Армагеддоне. Успехов, спасибо. Сергей. До свидания. Итак, мы видим интереснейшие моменты второй партии между Сергеем Корякиным и Яном Непомнящим. Сицилианская защита разыграна. Как раз в этот момент Сергей продемонстрировал, что он будет играть крепко, позиционно, не пойдет в атаку. Ян решил все свои дебютные проблемы и в дальнейшем имел больше времени на обдумывание. Приняло принципиальное решение Ян Непомнящий. Он провел пешечное продвижение в центре d6, d5. После этого позиция черных уже была гораздо предпочтительнее. Конечно, Сергею Корякину не обязан был зевать этого слона на b6. Но что случилось, то случилось. В непростой ситуации Корякин находился и по времени, и по позиции. Сказал то, что Сергей действительно, как он отметил в интервью, вовремя не сделал профилактическое ход в партии, не увел короля из-под связки, и это именно решило исход встречи сегодня. И сейчас у нас в студии Ян Непомнящий, победитель этого поединка. Ян, поздравляем вас с победой. Спасибо, добрый вечер. Такое впечатление, что вот во второй партии вы сами удивились, как быстро она как-то неожиданно закончилась. Ну, понятно, что черными стараешься сначала сыграть так покрепче, на ничью, может быть, ну, белыми стараешься играть на победу, но вот здесь получилось наоборот. Все-таки Сергею очень сложно удивить в дебюте. В первой партии мне это абсолютно не удалось. То есть, ну, всю партию была равная позиция в конце где-то. Может быть, немножко рисковал, но, надеюсь, допустимую грань не пересек. Вот во второй партии он крайне неудачно разыграл дебют. То есть черные получили почти все, о чем мечтали. И хотя позиции объективно равные, я вот когда увидел ловушку с ладьей b6, я долго думал, в какой же редакции мне ее осуществить, да, эту идею. Ну, в общем, получилось очень удачно. Ян, выражаясь теннисным языком, у тебя очень сильная подача. Не расскажешь, как ты над ней работаешь и улучшаешь ее? Не знаю, мне кажется, в данный момент тот, кто задает мне этот вопрос, должен комментировать. Должен сам же отвечать, потому что тут... Напомню, что тренер Владимир... Так уж вышло, да, так уж вышло, да, что... Надеюсь, Владимир был не предвзят. Нет, Владимир был абсолютно... Я посмотрел, да, и наслаждался вашей игрой. Да, он был абсолютно не предвзят, старался сохранять и нейтралитет. Но все-таки, Ян, вот получилось так, что вот ваша подача, да, вот именно вторая партия черными для вас получилась более ударной, да, то есть, а в первой вот не было ощущения, что где-то вы как-то вот немножко подвыпустили, и владейники где-то даже, может быть, были на грани? Ну, я же говорил, как бы, да, что на самом деле... Надеюсь, что я эту грань не пересек, но по большому счету в дебюте Сергей удачно отреагировал. То есть, на самом деле, так часто бывает в современных шахматах, и в классических, и в блице, и где угодно, при любом контроле, что если черные хорошо готовы в дебюте, у них, в принципе, партия складывается довольно успешно. И, в общем-то, вторая партия тоже в некотором плане подтвердила. Ян, как вот все-таки считаешь, что ты начинал турнир тоже не так просто, в какой-то момент был на грани поражения с Эрнестом Киевым, а сейчас все действуешь увереннее, может быть, набираешь какую-то форму по ходу соревнования? Ну, может быть, форма, может быть, просто везет.
это уже хорошо. Нет, ну сегодня, по крайней мере, я себя чувствовал лучше, немножко жара в Москве поутихла, да, то есть и в первый день я был там страшно не выспавшийся, то есть мне там тяжело очень давались партии, там каждые ходы. Сегодня в этом плане получше, но не знаю, хорошо ли я играл, но в общем, достаточно, чтобы выиграть, но насколько хорошо, это видно, наверное, только со стороны. Может быть, вам помогает настроиться прическа новая? Я помню, что уже на Армагеддоне уже выступали в таком самурайском, с таким самурайским намеком. Это такой боевой, может быть, настрой создает дополнительный. Не знаю. Наверное, вам виднее, может быть, просто. Пока как бы, ну, такая самая простая. В общем. Вообще соперничество с Сергеем Корякиным длится уже долгие годы. У вас вы и друзья по сборной, и соперники в индивидуальных турнирах. Может быть, вы ведете какую-то статистику? Сколько вы партий сыграли? Или это уже счет давно потерян этим? Ну, партий сыграли однозначно много, то есть, опять же, мне кажется, мы каждый год играем там несколько партий в разные форматы, там, в блиц, в быстрые, там, в классику, да, то есть в этом году мы сыграем минимум дважды еще в классику в двух турнирах и там очень, я думаю, очень-очень много партий в быстрые и блиц, как бы как и дружеских, так и турнирных, так что, ну, статистика, я думаю, что что-то плюс-минус равный, как бы, да, то есть, ну, это не то, чтобы кто-то из нас был там клиентом, что называется, одна, там, соответственно, второго, да, то есть, ну, там, бывало, что я вот выиграл Армагеддон у Сергея, было вот он у меня выиграл Армагеддон, по-моему, это было все в течение примерно там полутора месяцев, ну, это было давно, году в 10-11, да, ну, в общем, очень такая богатая история противостояний, ну, всегда интересно с ним играть. Спасибо, Ян, что пришли к нам в студию, и успехов вам в дальнейшем в проекте «Армагеддон». Увидимся. Спасибо большое, Ян. Спасибо. Счастливо. Мы сейчас с вами перемещаемся в нашу виртуальную студию «Армагеддон». Заметьте, что именно и даже окраска нашей игровой зоны меняется с течением времени. Чем меньше времени остается у противников, тем более такая красная, что ли, игровая зона. То есть даже она начинает волноваться, даже наш шахматный ринг преображается и начинает меняться. Вообще, как-то вот очень все-таки ощущение какой-то недосказанности от этого поединка между Непомнящим и Корякиным, она все-таки есть. Мне кажется, когда напряжение так высоко между соперник в какой-то момент происходит какая-то разрядка, и вот действительно Сергей вовремя не подумал профилактики и просто посмотрел, вот, зевок сделал, и, конечно же, партия завершилась быстрее намного, чем должна была. Армагеддона мы здесь, к нашему сожалению, зрителей не дождались, но, в принципе, очень интересный и насыщенной была первая игра, но, с другой стороны, вот во второй игре все-таки немножко не хватило Сергею Корякину. Безусловно, Ян оказался как рыба в воде в этих позициях, и типовой сицилианский удар принес ему победу. Сицилианская вообще считается одной из самых острых, но, с другой стороны, мы знаем хорошо, что у Яна Непомнящего в дебютном репертуаре не только сицилианка. Вот как думаешь, Володь, ты все-таки как тренер и Непомнящего, и Корякина, вообще вот выбор дебютный сегодняшний Яна, он именно связан был с тем, что очень он хотел победить, несмотря ни на что, несмотря на то, что это блиц, просто важна была именно победа, такой острый дебют разыграл он. Мне кажется, что в блиц очень важно получать, прежде всего, свои позиции, и, безусловно, Яну по стилю подходит сицилианская защита, именно вариант Найдорфа, который мы тоже рекомендуем многим молодым шахматистам, которые именно хотят атаковать с первых ходов и просто наслаждаться игрой. Но там, мне кажется, у Сергея все-таки что-то пошло не так. Наверное, он хотел и стремился к каким-то другим позициям, которые он получил. Так, как он и сам признался, что он немножко совместил несколько планов в сицилианской защите, он не провел типовое движение пешки F с одной стороны, с другой стороны поставил вторую на А4, и вот не получилось у него никакой агрессии в сицилианской защите белыми развить. Но я напомню, что на проекте «Армагеддона» шахматисты разыгрывают $50 000. Это очень хорошие призовые. Соответственно, им есть за что побороться, есть о чем поговорить. Мы сейчас видим, как Ян начинает белыми фигурами. И Сергей провел эту встречу очень хорошо. У него даже были преимущества и шансы на победу в дальнейшем. Сейчас как раз тот самый момент, когда разыгрывается дебютная стадия. Спокойная игра. У Сергея Корякина черными фигурами получилось сегодня гораздо лучше. Он решил все свои дебютные проблемы, провел освобождающий удар D6, D5. Линия Е была абсолютно связана. И не могли белые брать эту отравленную пешку. Висел ферзь на Е2. Так очень часто бывает у шахматистов, когда ты блестяще проводишь партию черными, и тебе кажется, что вот он настал момент, когда нужно проявить инициативу, то в следующей встрече ты теряешь где-то чувство опасности, как и произошло в сегодняшнем матче.
Это случилось с Сергеем Корякиным во второй партии. Белыми фигурами потерял чувство опасности, в том смысле, что белыми обычно привычно играть за перевес, а тут не получилось это у Сергея. Вот мы все еще видим вот эту важную первую партию, где у Корякина были шансы на успех, но вот не помнящий точными своими действиями свел эту игру к ничьей. Бессон, психология вышла на первый план в этом матче. Как ты считаешь вообще, Эльмира, насколько важна психологическая подготовка? Подготовка, конечно же, для Сергея Корякина во второй партии наверняка не оправдалась. Ну, что делать? У нас завершился первый поединок игрового дня. Для зрителей телеканала Матч ТВ сейчас начнется трансляция матча Лиги наций между сборными России и Италии. Сыграют волейболистки. Ну, а сразу после этого волейбольного поединка зрители телеканала Матч ТВ увидят второе противостояние игрового дня на Армагеддоне между Владимиром Крамником и Теймуром Раджабовым. До скорых встреч. Добро пожаловать на проект «Армагеддон». Мы продолжаем наш рассказ об уникальном шахматном мероприятии. Сейчас начинается второе интереснейшее противостояние игрового дня. В виртуальной студии находится не кто-нибудь, а Владимир Крамник, 14-й чемпион мира, встречается с Теймуром Раджабовым. Наш легендарный шахматист, ему противостоит Теймур Раджабов, чемпион Европы сборной Азербайджана. И, безусловно, это очень интересный поединок. Примерно равные шансы обоих соперников. Блиц – самый непредсказуемый вид шахмат. Никогда не знаешь, чем может кончиться борьба. Напомню, что участникам отводится по 3 минуты, плюс после каждого хода добавляется 2 секунды. То есть чисто теоретически партия может продолжаться бесконечно, хотя обычно все-таки у гроссмейстеров не хватает этого времени. Все равно происходит столкновение, результат достигается определенный гораздо раньше, чем даже 15-20 минут. Итак, Владимир Крамник начинает это противостояние белыми фигурами. Владимир Крамник после долгого перерыва вновь вернулся к игре, и многие болельщики уже затаили надежду, а не вернется ли Владимир в большие шахматы. Напомню, что 14-й чемпион мира в начале этого года объявил о завершении профессиональной карьеры. Это случилось после того, как Крамник выступил не очень удачно в известном голландском турнире в Вейканзе. И после этого Крамник сказал, что все, хватит. Повесила шахматные фигуры, что называется, на гвоздь. Но с другой стороны, ради проекта «Армагеддон» даже Владимир Крамник вернулся в игру и вот получает удовольствие от этого проекта, от этой игры. Напомню, что на первой стадии Крамник относительно легко выиграл у китайского гостя Вэньи. Да, но теперь он начинает партию белыми фигурами, действует в спокойной манере. Этот дебют носит название шахматиста Рейти, когда белые делают ставку на развитие своего королевского фланга. Спокойно действует Владимир Крамник в своем любимом стиле. В его шахматной лаборатории наверняка эти позиции разобраны просто по кирпичикам. Даже несмотря на то, что Крамник в последнее время, ну, из-за того, что покинул профессиональные шахматы, может быть, уже не играет столь активно. Но, как ты думаешь, Володь, мне кажется, в его шахматной лаборатории Крамника разобраны практически все ходы. Надо сказать, что у Владимира Борисовича работа не прекращается ни на секунду. Его компьютер постоянно работает, набирает обороты и большую температуру. Но сейчас мы видим в этом дебюте, Владимир тоже знает очень много нюансов, и однажды он обыграл никого иного, Яна Непомнящего. Вроде бы с виду у белых очень такая немножко даже пресная позиция, вроде бы и ничего нет, но вот так ход за ходом белые уже провели продвижение в центре Е2, Е4. Обратим внимание, что пульсы соперников сопоставимы, в том смысле, что одинаковые, приблизительно одинаковые показатели сейчас и у Крамника, и у Раджабова. Крамник тратит пока меньше времени своего соперника. Вот сказывается то, что дебютная подготовка, то, что Крамник знаком с этой позицией. Владимир Борисович, он очень глубокий шахматист, он невероятно глубокая подготовка у него все время ведется, и, безусловно, сейчас он не зря ведет по времени.
задумывается Тимур Раджабов. Ответственный момент, потому что черным надо определяться с продвижениями в центре доски. Вот на доске Е7, Е5. Черные пытаются освободиться и немножко захватить себе пространство. Это настоящий пешечный конфликт в центре. И очередь задумался Владимир, как ему распорядиться, поскольку у него более активные фигуры, он хочет сохранить это давление. Пока непонятно, что делать белым с этим конем на H4. Конь на краю доски — это всегда плохо. Наверняка Владимир Крамник уже вскоре вернет эту фигуру в игру, но вот после размена ферзей где-то черный конь может зайти на D3, напасть на этого слона. Есть ощущение, что черные полностью решили свои дебютные проблемы, поскольку действительно конь пока у белых на краю доски, а на доске сейчас возник тяжелофигурное окончание, и шансы примерно равны. Владимир Крамник вообще любит позиции без ферзей, на долгую такую уверенную, пусть и равную борьбу, где на маленьких-маленьких нюансах все-таки Крамник благодаря своему высочайшему классу может переигрывать своих соперников. Владимир известен как фактически создатель, основатель целой системы берлинского эндшпиля. И сейчас, даже по мнению лучшей шахматной компьютера программы AlphaZero, это лучшее построение за черных. Оборонительные редуты белых сейчас уже переходят постепенно из обороны в атаку, постепенно активизирует свои фигуры Владимир Крамник. Конь по-прежнему стоит на H4, но вот сейчас у Крамника немножко подвис слон на G5, его надо убирать, его атаковала пешка. Какое решение примет Крамник? Слон уходит на E3, нет, на D2. Если бы ушел на E3, присмотрелся бы к пешке А7. Тимур не раз отмечал красоты Москвы. И, Эльмира, как вот ты считаешь, черпают ли шахматисты вдохновление от красивых мест и городов? Наверняка, как многие творческие люди, шахматисты заряжаются такой вот положительной энергией города. Тимур Раджабов в нашем последнем интервью отметил, что очень любит Патриаршие пруды, также другие места в Москве. Любит там бывать, там заряжается. Наверняка вот эти дни, пока были у Раджабова, наверняка совершил несколько прогулок, как раз жара в Москве все-таки немножко спала, и благо можно было получить удовольствие от прогулки. Шахматисты действительно люди очень творческие, и им очень важно черпать вдохновение и набираться новых сил и энергии. Видим мы, что показания пульса не меняются практически у соперников. Оба более или менее спокойны. Ну и пока, наверное, нет таких особенных поводов для волнения. Дело в том, что идет маневренная борьба. Все-таки конь вернулся в игру, вернулся на F3, потому что грозили черный уже ходом конь B2. Мы напоминаем телезрителям, что есть температурный градусник оценки позиций, который находится слева от доски. И если он сейчас около середины, то это означает, что позиция около равной. Так и есть. Сейчас около равенства оценка этой позиции, в том смысле, что нет таких слабостей ни у одной из сторон. Соперники пытаются по чуть-чуть улучшать позиции своих фигур, улучшать позиции пешек. Вот захватывает пространство Раджабов ходом c6, c5, ну а Крамник пытается сдвоить ладьи по открытой вертикали d. Владимир Крамник спокоен, как удав, он действует в позиционной манере, и ему нечего опасаться. Очень уверенно играет Крамник. Вообще, это его стихия. Даже вот по внешним признакам видно, что Крамник абсолютно спокоен и уверен. Он знает, что как минимум он ничем не рискует. А это приятное ощущение, что рискует все-таки твой соперник, а не ты. Тем более, что у Крамника времени почти на минуту больше. Эльмира, вот мы знаем Владимира Крамника как великого чемпиона, безусловно. Но в общении с ним, как ты можешь сказать, какой он, как человек? Владимир Крамник – разносторонняя личность. Он любит не только шахматы, он занимается и большим теннисом, плаванием. Я помню, мы снимали как-то Владимира, когда вот он находился в процессе физической подготовки. И, конечно же, Крамник, как любой большой чемпион, Крамник понимает, что важна всесторонняя подготовка, не только дебютная. Поэтому шахматная лаборатория и компьютер – это не только то место, за которым Крамник проводит много времени. Он работает всесторонне, как с видом спорта шахмат. То есть мне кажется, что для Крамника шахматы – это больше спорт, нежели искусство. В целом шахматисту очень важно быть разносторонней личностью и не только зацикливаться на шахматах, а развиваться как человек, и тогда ты становишься более развитым, и в шахматах тоже приходят успехи. Сейчас мы видим, что позиция на доске начинает меняться. Напал на эту пешку на А2 Тимур Раджабов. Ответил Крамник тем, что напал на пешку на А7. Вот немножечко уже более взволнованы наши участники. Видно, что и Крамник уже как-то так более...
съел пешку просто Тимура Джабова, Владимира Крамника. Сейчас ему нужно думать, как бы ликвидировать тоже неприятельские пешки, но это сделать не так-то просто. А у Тимура преимущество, и белым нужно проявлять аккуратность. Задумывается все больше Владимир Крамник. Ему надо действовать уже более осторожно. Такое впечатление, что он немножко удивлен тем, что все-таки в такой вот позиции, казалось бы, комфортной для него, у него съели таки пешку. Приступил к обороне Владимир Крамник, и сейчас он помышляет только о ничьей уже. Конь по-прежнему уходит, снова уходит на h4, может быть, через поле g2 он войдет в игру. Но Тимур Раджабов постепенно перехватывает инициативу, тем более, что у него есть к этому предпосылки, все-таки лишний материал на доске. Все мы помним, как Тимур Раджабов в своем предыдущем матче обыграл Бориса Гельфанда в примерно равном окончании. И сейчас тоже он действует очень предприимчиво. Раджабов выполнил звание гроссмейстера в возрасте 14 лет. Это очень серьезный показатель. Достаточно рано обозначил то, чем он будет заниматься по жизни. И вот по проекту «Армагеддон» впечатление, что у Раджабова одна из самых сильных его сторон – это умение держать напряжение до конца. То есть, какой бы ни была твоя позиция, Раджабов не допускает серьезных ошибок, держит напряжение. И в напряжении держит соперника, не все выдерживают. Тимур, надо сказать, что очень сильный шахматист, он действительно добился выдающихся успехов уже очень рано и участвовал со всеми лучшими шахматистами мира, и поэтому у него есть колоссальный опыт, как держать напряжение в таких ответственных соревнованиях. Пытается создать контр-игру Владимир Крамник, нападает на пешки, но вот Раджабов, как и обычно, действует достаточно внимательно, ничего лишнего не отдает сопернику. А Крамнику нужно создавать контр-игру, сделать хоть что-то. Владимир Крамник меняет коня на слона, и получаются разноцветные слоны, которые всегда дают больше шансов на спасение слабейшей стороне. Нападает Владимир Крамник. С другой стороны, сейчас вот уже черные переходят в атаку. Белым надо как тоже активизировать своего слона. Пешку на f2 Крамник прикрыл. И как будут черные выигрывать эту позицию, тоже пока вопрос. Надо сказать, что проще играть сейчас Владимиру Крамнику. Он нащупал быстро план и идет игра на секундах. Обратите внимание, как моргает и наша студия. Нарастает напряжение, в том числе и на шахматном ринге. Осталось у соперников меньше 20 секунд. И даже игровая наша зона уже меняет свой окрас, помогая, может быть, в каком-то смысле шахматистам настроиться на вот эту такую молниеноснейшую игру, потому что времени, ну, очень мало. Вторгнулся лагерь соперника Владимир Крамник, владея невероятно активно. Сейчас он думает, как продолжить партию. Вот схватился за ладью, пошел ладья e7. Как же быть дальше? То есть реализовывать эту лишнюю пешку черным архи сложно. Тимур создает проходную пешку. Владимир задумался, у него остается мало времени. Размениваются еще одна пара пешек. Нападает на слона. Раджабов защитил пока. Меньше 10 секунд у соперников. Обратите внимание, как вибрирует наша студия. Пульс уже поднялся у Владимира Крамника, у Тимура Раджабова. Напряжение достигает апогея. 145 пульс Владимира Крамника. Это рекорд. Волнуется очень чемпион мира. И, конечно, это не мудрено. Позиция все еще не определилась. У Крамника все еще нет пешки. Нужно играть очень аккуратно белыми. Нельзя ошибаться. Потому что в случае потери еще одной пешки позиция станет уже безнадежной. Пункт f2 у белых все-таки слабый. И в связи с этим Раджабов рассчитывает создать некоторую контр-игру дополнительную. Тимур обостряет ситуацию, он меняет пешки и создает дополнительную слабость. Но зато теперь у белых нет слабости на f2. Эта пешка разменена, и, может быть, белые мечтают, если им получится поставить где-то слона на большую диагональ, может быть, даже на поле d5, но Раджабов будет явно против. Удерживает эту позицию Владимир Крамник, у него уже больше времени, мне кажется, что вне опасности. 3 секунды, 2 сделал ход Тимур Раджабов все-таки. Да, соглашается на ничью, уже не видит ресурсов для продолжения борьбы. Разноцветные слоны все-таки в эндшпиле – это предвестник мирного исхода. Несмотря на лишнюю пешку, очень часто бывает так, что этого недостаточно для победы одной из сторон. И гроссмейстеры соглашаются на ничью. Здесь нет проходных у черных, очень сложно играть на победу. Мог бы Тимур Раджабов реализовать свое преимущество, но только не с Владимиром Крамником, с таким известным эндшпильным вундеркиндом и мастером большим. Интересно, что дебют поначалу складывался в пользу Владимира Крамника. Он, казалось бы, немножечко пытался обхитрить своего соперника, провел Е2, Е4 не первым ходом, а именно как пешечное продвижение в центре, но Раджабов был точен.
похоже, что Тимур провел очень колоссальную подготовку и изучил досконально все нюансы этой позиции. Как ты думаешь, Эльмира, может быть, он перехитрил самого Владимира Крамника? Я думаю, что он еще досконально изучил и стиль игры Владимира Крамника, такой вот неторопливый, с умением быстро переключиться из обороны в атаку. То есть вроде бы на доске ничего не происходит, но если ты продолжишь стоять, то, соответственно, можешь встать в позицию похуже. Поэтому Раджабов, зная все эти нюансы игры Владимира Крамника, принял решение провести освобождающий удар в центре. А теперь давайте посмотрим самые интересные фрагменты первой партии между Владимиром Крамником и Тимуром Раджабовым. Начинает спокойно партию, дебют Рейти разыгран, и симметричная позиция возникает с первых ходов. Получилось так, что Крамнику для того, чтобы провести вот это типовое движение пешки Е, ему пришлось отвести коня на край доски. Конь потом вернулся в игру, но какое-то время он все-таки не участвовал в борьбе. Возможно, поэтому черные так легко освободили свою позицию. Безусловно, Владимир Борисович не решил свою главную проблему, и у него конь остался на краю доски надолго. Это, возможно, и сказалось, потому что черные после проведения Е5, мы как раз видим этот момент на доске, получили очень комфортную позицию. И вообще было впечатление, что играют уже на перевес, на перехват инициативы черные, а не белые. В целом, мы должны сказать нашим телезрителям, что кто обладает преимуществом в центре, тот и обладает инициативой в игре. И это и сказалось сегодня. Фигуры черных очень комфортно были расположены на центральных полях, и это действительно создало предпосылки для Раджабова, чтобы активизироваться. Он так и сделал, и съел пешку. Вовремя приступил к обороне Владимир Крамник и с успехом это делал. Мы продолжим наше вещание после небольшой паузы. Итак, первая партия закончилась в ничью между Владимиром Крамником и Тимуром Раджабовым. У Крамника были белые фигуры. А, Володя, как ты думаешь, значит ли это, что во второй встрече Крамнику будет тяжелее? Все-таки черные предстоят ему. А может быть, наоборот, психологически ему будет легче, поскольку мы все знаем, насколько мощный дебютный репертуар Владимира Крамника, и не так-то просто с ним совладать. Я помню, что в одном из матчей Александр Гречук просто останавливал борьбу на 10-м ходу, поскольку не видел, как ему продолжать уже. Да, так бывает, когда играешь с великими шахматистами, с чемпионами мира. Известно, что в лаборатории Крамника рассмотрены очень многие дебютные линии. И удивить Крамника чем-либо, когда ты играешь с ним белыми, все равно будет очень непросто. Наверное, даже эту задачу не сможет решить Тимур Раджабов. Сейчас мы это увидим. Мне кажется, Тимур будет играть просто в шахматы спокойно и как-то ждать, когда останутся считанные секунды. И в этот момент, наверное, у него будет небольшое преимущество. Как они проводят эти 5 минут между партиями, это очень важный момент. Наверняка сейчас вносят какие-то коррективы Крамник в свою дебютную подготовку. Белыми, наверное, рассчитывал получить перевес, но не получилось. В итоге ничья. Наверное, сейчас продумывает такую более оборонительную тактику. То есть не будет слишком рисковать и сжигать за собой мосты Крамник. Хорошо, если Владимиру сейчас кто-то подскажет верное решение, как именно построить стратегию на следующий поединок, и тогда ему удастся решить проблему намного проще. С другой стороны, Тимур Раджабов понимает, что у него белые, будет стараться все-таки, несмотря ни на что, удивить Крамника в дебюте или хотя бы получить позицию, где великому чемпиону придется тратить время и придется думать над тем, чтобы решить какие-то дебютные нюансы, а время в блице имеет чрезвычайно колоссальное значение. Вторая партия будет очень важна, и это покажет, насколько Владимир Крамник готов вернуться в большие шахматы и как он держит напряжение спустя полгода перерыва. Сам Крамник признался в предматчевом интервью о том, что не брал в руки шахматы как раз с тех пор, как объявил о том, что он завершает свою профессиональную карьеру. И все-таки здесь наверняка состоялось несколько тренировочных партий у Владимира Крамника, чтобы вновь почувствовать фигуры. Ведь, Володь, это вообще сложно, когда ты несколько месяцев не трогаешь шахматы, раз и выйти вот на такой высокий уровень. Наверняка готовились. Да, безусловно. Я даже вспоминаю такой интересный случай, когда на чемпионате мира командам в Турции многие шахматисты просили найти какие-то дебютные идеи, а Владимир Крамник попросил найти ситечко для заваривания чая. И я до сих пор помню это турецкое слово «сизючий», и как только мы нашли это, у Владимира пошла игра, мы выглядели тот чемпион с блеском. То есть мы можем представить, что вот эти самые 5 минут Владимир Крамник проводит за чаепитием, наслаждается прекрасным напитком. Сейчас уже шахматисты заняли свои рабочие места в нашей виртуальной студии.
студии мы видим, что наши виртуальные комплекты фигур по-прежнему на месте, и будут они исчезать по мере разменов на реальной шахматной доске. Партия началась, Тимур действует спокойно, а Владимир Крамник избирает ферзевый гамбит, который верой и правдой ему служит много лет. А Тимур редко продолжение, он уже в дебюте выпрыгнул ферзем. Обычно считается это не очень хорошо, но всегда есть исключения. Пытается некоторые проблемы поставить перед Владимиром Крамником Тимур Раджабов, хоть как-то удивить своего опытнейшего соперника. Но вот сейчас уже и сам Тимур задумался, потому что после хода А6, наверное, где-то черные могут при случае попробовать сохранить эту самую пешку на С4. Может быть, уже пришло время ее и забрать белыми. Владимир Крамник действует в очень агрессивной манере сейчас. И мне кажется, что он не хочет дождаться Армагеддона, а и хочет иметь шансы на победу именно в этой партии. Армагеддон – дело очень непростое. Никогда не знаешь, что там выиграет. Напомню, что шахматный Армагеддон – это когда сторонам дается разное количество времени. У белых этого времени больше, изначально у черных этого времени меньше. Но белых для победы устраивает победа общая, устраивает только выигрыш этой партии, в то время как черным достаточно свести ее к ничьей, и это отфиксирует общую победу в матче. Владимир Крамник и Тимур Раджабов, оба люди семейные. Как тебе, Эльмира, кажется, все-таки поддержка семьи, насколько она важна, и играет ли она большую роль в шахматах? Наверняка играет, и супруга Владимира Крамника видела ее на некоторых мероприятиях, на некоторых шахматных турнирах. Поддерживает она Владимира, конечно же, и с супругой Тимура Раджабова лично не знакома, но также знаю и видела, что она поддерживает супруга на мероприятиях и на шахматных соревнованиях. И в этот момент Владимир Крамник резко обострил ситуацию. Он пожертвовал ладью за фигуру, и сейчас король находится у Тимура в центре. Интересно, что вот эта жертва качества, когда Крамник отдал ладью за легкую фигуру, это называется качеством. Он не просто это сделал, он это сделал с целью лишить белого короля права на рокировку. Король белый остался на d1 при ферзях, а это всегда волнительно, ведь мы знаем, что в блице самое главное, если ты доберешься до короля своего соперника. Мне кажется, что такие типовые идеи очень часто встречаются в дебютах, и буквально сама рука подсказала Владимиру, что нужно делать этот ход, принимать такое решение, и он принял его достаточно быстро. Практически не раздумывая, такое игротское такое решение, что это просто надо сделать, и белым тяжелее играть. Ведь в блице еще очень важный момент, насколько легко тебе даются ходы, насколько ты легко можешь находить план в той или иной позиции. Так вот, белым здесь играть практически гораздо сложнее. Король-то стоит на d1, не рокированный. Надо сказать, что в целом Владимир Крамник буквально в последние несколько лет преобразился как шахматист и стал играть в более живые и вкусные шахматы. Крамник вообще разносторонний шахматист. Он в свое время, мы помним, в молодости играл очень агрессивно, а потом стал, перешел на более такие позиционные, что ли, рельсы. И вот в последние годы он вновь перешел к агрессивной игре, вновь пытается ставить проблемы сопернику, причем достаточно острые. Как мы, собственно, видим и в этой партии, он пожертвовал ладью за легкую фигуру и пытается использовать противника то, что король его не рокирован. Все дальше отходит фигура Тимура. Ему нужно собрать их в кулак, потому что король находится в центре, нельзя ослабляться. Консолидироваться белым пока не удается. Мы видим, что ладья, стоящая на h3, пока не может войти в игру. То есть ладья g3 нет хода. С ходом очень слон d6 черные взяли под контроль это поле g3. И у белых по-прежнему есть проблемы с развитием. У черных красавец конь контролирует много полей в центре. И, безусловно, это лучшая фигура на данный момент. Такое ощущение даже по внешним признакам, что вот Крамник вот сейчас вот, да, чуть ли не напевает сам себе, с большим удовольствием трактует эту позицию. Также больше времени у Крамника осталось, обратим на это внимание. Но уводит короля из центра Тимур. Мне кажется, что это определенное достижение, безусловно. И теперь Владимиру Крамнику, даже после того, как белый король, может быть, покинет основное поле действий, предстоит все-таки доказать, ради чего был пожертвован материал. Вот белые ходом последним А4 пытаются подцепить эту пешку и заодно ввести в игру свою ладью с А1. Знаешь, Эльмира, похоже, мне кажется, что Тимур перехватывает инициативу. Слон уже запакован между своими пешками у черных и белых. Более комфортная игра. Это такая типовая позиция, когда слон на b7 не играет, и черным не так просто ввести его в игру, и, соответственно, белый король уже вышел с d1 на f1 и чувствует себя более комфортно, чем это было
в предыдущей стадии партии. Выигрывает Тимур пешку у Владимира Крамника, но в то же время оживает чернопольный слон. И... что лучше? Да, что лучше? Дело в том, что этот слон с b7 начинает поглядывать где-то при случае на поле g2. Возможно, какие-то будут матовые угрозы, возможно, где-то прыжки этим самым конем, стоящим на d5. Как будут развиваться события? Сейчас вот очень мало времени остается у соперников. Ну и все решит цейтнот, у кого крепче нервы. Подводит еще ферзя к атаке Владимир. Сейчас он решает переменить свои действия и прогнать ладью. С активной позиции. Уходит Тимур Раджабов на поле А4. Крамнику надо принимать некоторые решения. И чуть больше уже времени российский шахматист тратит на обдумывание. А Владимир выскочил конем, и сейчас Тимуру нужно решиться, может ли он забрать пешку у Владимира. Ну, там, возможно, мелкая тактика приготовлена. На ферзь c3, возможно, последует ход слон бьет f3, висит у белых на b5 безвозвратно. Сейчас действительно есть о чем подумать Тимуру Раджабову. Надо принимать важные решения, а времени это все меньше. Меньше минуты осталось у шахматистов. Колоссальный ресурс нашел Владимир. Сейчас его фигуры оживают, и, безусловно, Тимуру уже играть не так просто. Вот и действительно и задумался азербайджанский шахматист. Не взял он эту пешку как раз в связи с тем, что слон на b5 начинал провисать. Это была бы незащищенная фигура. И сейчас уже вновь задумался Крамник, как усиливать давление. Пешка дошла до c2 черная. Все фигуры скоординированы. Во-первых, нужно развивать активность. Нужно дальше ставить своего слона. И так заработают все фигуры. Черным необходимо нагнетать ход за ходом, чем и пытается заниматься Владимир Крамник. Показания пульсометров приблизительно сопоставимы. То есть оба шахматиста пока не вышли, скажем так, на пуль, на пик своего волнения. Все-таки по полминуты, а для шахматного блица это еще относительно немалое время. Так сыграл Владимир, но Тимур нашел активный ход конем и напал на другие фигуры. Также король тоже у черных в опасности. Кстати говоря, где-то ферзь h5 может при случае пограживать. Вот такой ход конем нашел Тимур Раджабов. И теперь есть некоторые вопросы к белым. Но, правда, теперь c1 ферзь пограживает. Хочет провести просто пешку Владимира. Похоже, что Тимур в опасности. Есть инициатива Владимира сейчас. Что делать? С другой стороны, пытается предотвратить это. Слон d5 сейчас последовало на доске. Пытается использовать свой козырь Владимир Крамник. Пешку на c2. Заблокировал ее пока Раджабов. Держит ее буквально всеми силами. Симпатично пояса у черных. Они нагнетают напряжение. Ладья находится у них в офсайде у белых. И сейчас очередь время принимать непростое решение Тимуру. Остается меньше 20 практически секунд у соперников. Все тяжелее и тяжелее даются действия в этой позиции. Пешка c2 уже немножко атакована. Надо какие-то решения принимать Крамнику. Он берет на c4. Но меняются ферзи, и сейчас очень важно, насколько Владимир успеет создать какие-то угрозы. Все-таки материала-то нет ведь у черных, и поэтому король безвозвратно приближается к пешке c2. Король уже вышел на e2, грозит король d2. Нужно что-то делать. Похоже, что у белых уже преимущество, у них лишнее качество в эндшпиле, а это достаточно весомая заявка на победу. И также подтверждает эту оценку о перевесе белых и наша колоночка слева. А чем выше эта шкала, тем больше перевес у белых. И мы видим, как приближается Раджабов к этой пешке на c2, он ее уже съел. Но находит ресурс Владимир, он отыгрывает качество. И сейчас у белых всего лишь лишняя пешка, но у черных отличные ресурсы для ничьей. Невероятно развивается борьба, все-таки фигуры у белых связаны. Конь на c2, ладья на c1. Вот разменялись еще ладьи. Удастся ли Владимиру соскочить, сделать ничью? Да, он меняет пешки. Тимур продолжает играть. Владимир даже предложил ничью. Но все-таки у Тимура чуть лучше позиция. С другой стороны, материальное равенство уже на доске, поэтому Владимир Крамник не просто так предложил ничью, а предложил ее в связи с тем, что позиция подравнялась, уже равный материал. Как белые будут играть на победу, это пока большой вопрос. Очень важно здесь просто не зевнуть слона, поскольку конь очень опасная фигура в цейтноте. Мы помним об этом, что прыгучая фигура может вылезти просто из любого угла и объявить вилку, поэтому Крамник пытается действовать осторожно. Но у него есть на это время, у него около 19 секунд. Не верю я, что Владимир Крамник сможет проиграть эту партию. Я думаю, что он удержит ничью без труда.
Вот он уже такое действие рукой вскидывающее, что же делать, могу делать любой ход и будет ничья, ничем не рискую. Вопрошает он к своему сопернику, как же ты хочешь выиграть, будто спрашивает Крамник. Помню, как Левон Ароян тоже попытался обыграть Вишванта Ананда на такой же позиции, и тот ему сказал, ну хорошо, но я все-таки не любитель. Интересно, скажет ли сейчас Крамник об этом Раджабову? Ну, он, наверное, подумает. Да, вот уже подумали и согласились таки на ничью. Увлекательная встреча, очень яркая. Владимир действовал просто блестяще. Мы продолжим наше вещание после небольшой паузы. Итак, это вновь проект «Армагеддон». У нас завершилась вторая партия между Владимиром Крамником и Теймуром Раджабовым. Захватывающее это оказалось действо. Закончилось оно в ничью, хотя ничто этого не предвещало мирного исхода, не так ли? Эльмир, как ты думаешь, может, Владимир Крамник не хотел в этой встрече «Армагеддон», которая так будоражит кровь, и он с первых ходов пытался играть на победу? Действительно, Владимир Крамник действовал невероятно агрессивно. Он пожертвовал материал, отдал свою ладью за легкую фигуру. Дальше пытался Владимир Крамник использовать то, что у белых король был лишен права рокировки после шаха на ранней стадии. Пытался развить инициативу российский шахматист, но все-таки Раджабов очень точными действиями увел аккуратненько пешочком своего короля из-под боя и преимущество Крамника нивелировал. Можем ли мы назвать эту встречу самой драматичной уже на проекте? Как ты считаешь, Эльмира? Мне тоже кажется, что это один из самых, как минимум, один из самых захватывающих поединков. Здесь была и жертва материала, такой жертвоприношение ладьи. С другой стороны, Раджабов, получив даже этот лишний материал, не смог одержать победу, потому что у черных все-таки была определенная компенсация за пожертвованную ладью, и дело кончилось в ничью. Наверное, если бы это были классические шахматы, то результат мог бы быть иным, но это же блиц. Здесь нет времени на долгие раздумья и долгие оценки позиции. Все-таки радует Владимир Крамник своей яркой игрой больших любителей шахмат. Безусловно, у него очень много поклонников в России, в Москве. Давайте теперь посмотрим на самые захватывающие моменты этой встречи. Как это было? Невероятная партия. Вот Владимир Крамник черными. Мы видим ее начало. И ферзевый гамбит был разыгран. Пока партия переходит в спокойное начало, но уже мы видим, как пожертвовал качество Владимир Крамник. Отдал свою ладью за коня, максимально обострил игру Владимир Крамник. Вот он, шах на b4, белые лишают права рокировки, король застревает в центре. И сейчас Владимир думает, как ему развить инициативу. Он тоже уходит королем в спокойную позицию. Пытаются белые далее ввести в игру свои фигуры, как-то консолидироваться. Ладья на h3 выходит, но Крамник точными действиями не позволяет своему сопернику получить комфортную позицию. Все-таки красавец конь Владимира Крамника в центре, который стоял. И мне кажется, что благодаря ему он получил такую комфортную позицию. Получилось у Крамника развить инициативу, но благодаря точным действиям Раджабова все-таки чуть-чуть не хватило. Раджабову удалось снять ферзей с доски, и после этого уже Крамнику приходилось отбиваться. Мы видим, опасная очень пешка была на c2 у черных. Чудом удержал эту проходную тему Раджабов, и сейчас был критический момент в партии. Уже скоро будут разменены ферзи, и после этого играть на победу станет уже Теймур Раджабов. Но вот Крамник действительно своей точной игрой и невероятно высокой техникой все-таки свел эту партию к ничьей, доказал, что он не зря пожертвовал материал. Нашел у меня этот ресурс Владимир Крамник, он отыграл ладью за фигуру назад, и сейчас на доске ничейное чертание. Секунды оставались у соперников, вот даже у Теймура Раджабова было меньше времени, когда они подписали мирный договор. Итак, 1-1. Нас ожидает невероятное шоу, которое называется «Армагеддон». Это особое шахматное блюдо, соперникам отводится разное количество времени, у белых изначально этого времени больше, но им, чтобы зафиксировать общую победу в матче, надо только выигрывать, а черных устраивает даже ничья, хотя времени с самого начала партии «Армагеддон» у них поменьше. Партия «Армагеддон» настолько яркая, что действительно Сергей Корякин только что был в студии, он назвал свою победу в «Армагеддон» самой памятной партией в его карьере. Не вспомню сейчас, когда в последний раз играл Владимир Крамник партию «Армагеддон», наверняка это станет серьезным испытанием для великого чемпиона. Безусловно, я думаю, что он много тренировался, он сказал, что он провел много тренировочных встреч здесь, в Москве, и безусловно, он поделил много времени именно «Армагеддону».
Напомню, что на первой стадии соревнований и Владимир Крамник, и Теймур Раджабов относительно легко прошли своих соперников. Мы вспомним, что Крамника выиграл у китайского шахматиста Ви. Причем было ощущение, что Ви то ли слишком уважал своего соперника, но ощущение безропотного поражения китайского гроссмейстера, оно все-таки осталось, это ощущение. Поэтому Крамник относительно легко выиграл. Но сейчас уже не тот случай. Теймур Раджабов очень серьезный соперник, и предстоит Армагеддон. Безусловно, очень важно, как проведут это время сейчас соперники, поскольку в Армагеддоне стратегия абсолютно другая. Белых не устраивает ничья, им нужно сжигать мосты и играть намного быстрее, чем они делали раньше. Думаешь, будет блеф со стороны белых, потому что выбора у них уже нет, у них, да, у них побольше времени, у них 5 минут, но это вот ситуация сложная даже психологически, когда ты должен только побеждать, ты не можешь сыграть в ничью. Но всякий блефовать нужно тоже с умом, нельзя сжигать все мосты с первых ходов, поскольку ты можешь поставить партию на грани поражения, и намного важнее держать напряжение до конца, копить время и наращивать инициативу, создавать угрозы. На тему копить время и делать ходы на шахматной доске, напомним, что по правилам Армагеддона после 60-го хода гроссмейстерам начинает добавляться по 2 секунды, а это значит, что уже не будет вот этой ситуации, когда ты неизбежно можешь просрочить время. Ведь в Армагеддоне, в отличие от блица нашей предыдущей стадии, время изначально шахматистам не добавляется. Вот у тебя есть 5 минут у белых, и ты с этими 5 минутами должен работать, и до конца этих 5 минут должен выиграть партию желательно. Дожить до 60-го хода. Вот задача черных очень часто, поскольку у них меньше времени остается, и им нужно ускоряться с первых ходов. Конечно, у Владимира Крамника больше опыта в партиях Армагеддон, просто потому что и Крамник больше играет, больше анализирует, и наверняка сталкивался уже с такими стрессовыми ситуациями. Наверное, это было и Теймура Раджабова. Не вспомнишь ли ты, Володя, когда вот на твоей памяти Раджабов играл Армагеддон? Вообще, это не такое шахматное частое ушиблюдо, чтобы играл. Я помню, как много Теймур Раджабов играл в блиц, особенно в юношеский год, как он любит эту быструю игру, и, безусловно, в Армагеддон играет своим товарищам по команде Шахриаром Амедьяровым. Они славятся очень действительно молниеносной игрой и быстротой реакции. Блиц – любимый вид игры шахматистов. Это быстро, это интересно, это динамично. И вот в последней партии, во второй, нам как раз Владимир Крамник напомнил о том, что он играет в остром стиле, может пожертвовать материал. Но, правда, я не думаю, что в партии Армагеддона Крамник будет настолько идти вперед. Наверняка будут более продуманные подходы. Сейчас наверняка Крамник выбирает где-то вот умственно, куда же ему пойти. Безусловно, настрой к этой партии, он очень важен, но нельзя все заранее запланировать. И, безусловно, Владимир Крамник будет решать уже за доской, в соответствии, что предпримет именно Тимур. Может быть, выиграет тот, у кого крепче нервы, ведь это в конце концов и решает, особенно когда у тебя останется несколько секунд и 60 ходов еще не будет сделано, то есть добавки еще не дадут по времени. Борьба нервов или борьба шахматов тяжеловесов, как на боксерском ринге, последние раунды, и кто пропустит удар, а кто сохранит равновесие, и именно тот и выиграет матч. Да, мы сейчас увидим это невероятное противостояние между Теймуром Раджабовым и Владимиром Крамником. Ну вот мы знаем, что помним, что Теймуру Раджабову в противостоянии в предыдущему повезло со своим соперником. Как-то вот он одержал относительно легкую победу. И вот мы сейчас видим, что Теймур Раджабов партию Армагеддона проводит белыми фигурами. А это значит, что Раджабову надо только побеждать. Интересно, что Владимир Крамник играет черными обычно солидно, но во второй партии он рисковал больше, чем обычно. Но сейчас у него задачи такой нету, и мы увидим более солидного Крамника. Наверняка не будет он на сей раз жертвовать качество, жертвовать ладьи ферзей, будет. Дело в том, что раз черных устраивает ничья, а с очень таким продуманным дебютным репертуаром Крамника это относительно несложно. Итак, начинается партия Армагеддона. Обратите внимание, как студия поменяла свой окрас. Даже игровая наша зона взволнована в преддверии вот этого захватывающего экшена. Ничей не будет. Кто-то выиграет, кто-то проиграет. И безусловно, что ставки сейчас высоки, как никогда.
Шахматы – один из тех видов спорта, где ничьи возможны все еще. Есть шахматные позиции, где не избежать мирного договора. И для этого как раз и придуман шахматный Армагеддон. Здесь, даже если шахматная позиция будет ничейной, кто-то одержит победу. Меняя стратегию, Тимур Раджабов, начиная с королевской пешки. И сейчас мы видим так называемый дебют слона, когда он выходит именно первым. Мы видим, быстро достаточно играет Тимур Раджабов. Ему важно иметь преимущество по времени, потому что это то, что есть в загашнике у белых. В том смысле, что им надо действовать и быстро, с одной стороны, а с другой стороны, точно, чтобы не расплескать вот этот дебютный перевес белых фигур. Итальянская партия, и она очень много результативных партий приносила Тимуру Раджабову именно в юности, в молодые годы. Но Владимир Крамник, конечно же, ее исключил, хорошо играет, не ориентируется. Динамичные дебюты избирает Тимур Раджабов, и сейчас вновь пустился в раздумье азербайджанский гроссмейстер. Покрасневшая полностью студия наша виртуальная, действительно взволнована вся игровая зона. И мы видим, что сами игроки тоже взволнованы. Обратите внимание на показания пульса. Сейчас Владимир Крамник принимает решение, он тратит драгоценные секунды, но ему нужно обязательно решить проблему пешего центра, и он принимает правильный ход d5. Прорывается в центре для того, чтобы немножко освободить свои фигуры. Ему надо вывести слона белопольного Крамника, который все еще стоит на c8, и начинает Крамника с пешечного продвижения освобождения в центре. Вопрос, как тратить время, он очень важен в шахматах, даже в Армагеддон. Нельзя играть на уровне полного автоматизма, поскольку важно получить хорошую позицию, тогда можно играть рукой. Искусство в том, чтобы в нужные моменты тратить необходимые секунды, и вот как раз вот в нужный момент, видимо, нашел Владимир Крамник, провел d5, вывел этого слона с c8 на e6. И такое ощущение, что у черных нет проблем в этой позиции. Безусловно, кто будет обладать временем, тот и будет вести свою партию вперед. И сейчас очередь задуматься Тимура Раджабова. Какое решение он примет? Он может напасть конем на этого слона с поля g5. Сейчас задумался Раджабов. Интересно, что Раджабов уже практически догнал по времени своего соперника. Очень быстро реагирует Владимир Крамник, нападает на ферзя, и потом он прогонит этого коня. Я уверен, он не будет держать его на активной позиции. Искусство шахматистов высокого класса как раз в том, чтобы предвидеть действия соперника и отвечать молниеносно. Как раз этим сейчас и занимался Владимир Крамник. Поэтому на ход конь g5 тут же последовало молниеносное слон g4. Фактически сравнялись по времени шахматисты, и уже черные не чувствуют этого дискомфорта. Выгнал действительно коня этого с агрессивной позиции. Сейчас сможет комфортно поставить слона обратно на e6 и просто задать вопрос белым. А как же вы будете побеждать? Вам же нужна только победа белым. Спокойно, как удав Владимир Крамник, он не волнуется. У него и позиция неплохая, и по времени он уже не сильно отстает от своего соперника, как было в начале партии Армагеддон. Полностью решил дебютную проблему Димы Крамник. Даже у него более комфортная игра, и ничью он сделает без труда в обычном партии, но времени здесь очень мало. Пешки Е3 и Д3 у белых могут стать проблемными. На них уже при случае присматривается черный ферзь Д8. Также черные наверняка собираются активизировать свои ладьи. Ну а шансы белых может быть связаны с игрой на королевском фланге. Поменялись слонами соперники, проводят пешечное продвижение в центре Тимура, освобождаясь от слабости, но в то же время больше фигур уходит с доски. А это, как мы знаем, в пользу черных, в пользу стороны, которую устраивает ничья. Вводят фигуры в игру Владимир Крамник, пока ход ладья d8. Опять же вопрос к белым, а что дальше? Блестяще проводит эту встречу Владимир Крамник, он решает задачу за задачей, меняет как можно больше фигур, и позиция его более предпочтительна. Слабость пешки на e3 наверняка со временем начнет сказываться. Пока не видно, как белые будут использовать открывшуюся вертикаль F, потому что пешка на F7 очень надежно защищена. Красавец конь пошел в атаку и спрашивает, что же будет делать Тимур. Пешка на Е3, уже все-таки ее слабость все более и более ощутима. Такой небольшой трюк. Выигрывает пешку Владимир Крамник. И сейчас, конечно же, это ему на руку. Тем более, что Крамник не просто выиграл пешку, он еще и успевает разменять ферзей. То есть Владимир Крамник вообще вне зоны риска, если не произойдет форс-мажора. Нужно срочно заходить за пешкой Владимиру Крамнику. Он подтягивает коня к игре. Что же предпримет Тимур Раджабов? Времени все меньше. Сейчас может поставить под размен Владимир Крамник ладьи, что он и делает. Крамник действует очень спокойно, что оправдано полностью в его ситуации. Дело в том, что его-то устраивает ничья, а у него еще и пешка лишняя. Единственный шанс Тимура добраться как-то до пешечных островков на ферзевом фланге, но как это сделать?
как-то пытаться захватить линию С. Может быть, ход ладья c1, да, он сделан на доске. Крамник, конечно же, это предвидел. Ну, надежно очень играет Владимир Крамник. Он не идет в осложнение, а спокойно защищает пешку. Что делать белым? Вот уже съели черную пешку на А4, на Б7 пытается отобрать пешку Тимур Раджабов, образовывая свою проходную. Ну все, Б6 сыграно уже. Как белым теперь организовывать атаку, непонятно. Может только съесть сейчас пешку Тимур, но что это ему даст, поскольку у черных король надежно прикрыт. И ощущение, что и у черных оппозиция лучше. Безусловно, проблема у Тимура Раджабова в партии. Он понимает, что ему нужно что-то обострять, но как это сделать, когда перед тобой Владимир Крамников играет просто блестяще? И в каком месте обострять, тоже вопрос, потому что на королевском фланге равенство, на ферзевом у черных лишняя пешка. Поэтому как будет здесь спасать эту ситуацию Тимур Раджабов, непонятно. Не просто спасать, а спасать победы ему надо. Активизировал свой Владимир Крамник. Сейчас он проведет проходную в движении. Что будет делать Тимур? Сейчас ладья зашел в лагерь соперника, Владимир задумался, он меняет последнюю пешку белых, и последние шансы на победу тают, тают сейчас, как и секунды Тимура Раджабова. Очень доволен своей позицией Владимир Крамник, это, мне кажется, видно даже просто по внешним признакам. Чемпион мира не рискует абсолютно, у него полно времени, почти 2 минуты, плюс к этому лишняя пешка проходная на ферзевом фланге без контр-игры у соперника. Партия Армагеддон, партия жизни и смерти, но Владимир Крамник спокойно проводит эту партию, просто блестяще. Отметим, что нервная система Владимира Крамника работает отменно, в том смысле, что не дрогнула рука чемпиона ни в один момент. Сейчас да, последний точный ладьи. Ход, меняются все кони, интерес к выражал. Да, предлагает ничью, он не продолжает партию, и Владимир Крамник проходит дальше. Владимир Крамник одерживает победу в партии Армагеддона, зафиксировав ничейный результат, он обеспечивает себе победу и выход в следующий раунд у проекта Армагеддон. Все-таки партия Армагеддон — это непредсказуемый результат, и здесь уже ничья. Мы продолжим после небольшой паузы. Итак, завершилось второе противостояние игрового дня, и мы увидели интереснейший Армагеддон. Владимир Крамник черными сделал ничью против своего соперника Тимура Раджабова. Вообще было ощущение, Володь, у тебя, что настолько легко Крамник вот достигнет желаемого результата? Потому что у меня порой ощущение было, что играет просто компьютер черный. Он не ошибается, он играет быстро и сильно. А здесь мы увидели прежнего Владимира Крамника, нашего чемпиона. И, может быть, он вернется в большие шахматы. Кто знает, может быть, именно проект Армагеддон подтолкнет великого чемпиона, 14-го чемпиона мира, к тому, чтобы вернуться к профессиональной игре. Потому что все-таки, когда он объявил о том, что вешает шахматы на гвоздь, если можно так выразиться, это стало для многих неприятным сюрпризом. Конечно же, его поклонники очень рады видеть его здесь, в Москве, на проекте Армагеддон. Но, может быть, это еще чешская особенность, когда люди в моменты стресса не показывают все лучшее, на что они способны. И именно это продемонстрировал нам Крамник с помощью игры в шахматы. Да, а у Тимура Раджабова не сложилось. То есть в дебюте он белыми фигурами пытался получить перевес, но, видимо, где-то, может быть, слишком играл на победу, слишком сжег за собой мосты. Но Армагеддон — очень сложная партия, и здесь тонко и сложно найти очень баланс между игрой жестко на победу и сохранением позиции своей. И мы видим, как быстро перестроился Владимир Крамник после второй партии, когда он играл в агрессивной манере, но в Армагеддон уже действовал очень спокойно и солидно. Давайте сейчас посмотрим самые интересные фрагменты противостояния в партии Армагеддон. Итак, мы видим ее начало. Тимур Раджабов играет белыми фигурами. Начал он игру ходом королевской пешки. Партия перешла в русло итальянского начала, которое очень знакомо обоим шахматистам. Здесь Тимур Раджабов впервые задумался, потому что ему надо бороться не просто за перевес, только победу устраивает белых в партии Армагеддон. И это, конечно, накладывает дополнительную ответственность на шахматиста. В этот момент уже Владимир решил дебютные проблемы и получил более комфортную игру. Крамник спокоен абсолютно, ни одного мускула не дернулось на его лице. Он очень спокойно играл эту позицию. Впечатление, что находился даже в зоне комфорта. Вот важный момент жертвы коня на один ход. Да, это временная жертва коня. Владимир выиграл пешку. И, конечно же, белые могут сделать ничью, но она их не устраивает. Здесь мы видим важный момент в партии. Владимир Крамник фиксирует результат, разменял ладьи и
Уже в этом окончании, конечно же, ничья – самый логичный результат, что позволило Крамнику пройти дальше. Ну а теперь в нашей студии Тимур Раджабов. Тимур, добрый вечер. Здрасте, здрасте. Партия «Армагеддон» – вообще такое сложное испытание, да, все-таки белыми фигурами даже. Да, но я думаю, что все-таки белыми лучше играть в целом. То есть я всегда считаю, что у белых есть определенный перевес, на мой взгляд, в этой партии, потому что, в принципе, на минуту больше, и все-таки если суметь правильно держать позицию, то шансы хорошие. Но, к сожалению, просто мне не удалось нормально выйти из дебюта в этой позиции, да, то есть я получил позицию с конем на d2 вместо там c4, конь c3 обычно как играют. Ну, я думаю, что это детали сейчас не так важны в «Армагеддоне», тем более. Вот. И после того, как черные провели d5, там уже, мне кажется, очень было трудно найти игру, я не мог найти. Может быть, мне надо комбо f7 пойти после ферзь на g4, ферзь f2, там была идея комбо f7, пожертвовать коня и пытаться как-то осложнить борьбу вот в таком русле. Но опять-таки, там, видимо, у черных очень хорошая позиция. Ну, надо лучше разыгрывать дебют в «Армагеддоне». Тимур, вот скажите, в детстве мы все помним, как вы быстро зашли на шахматную лигу, у вас было очень много успехов. Все ли ваши надежды оправдались, или все-таки вы еще полны шахматных амбиций и достигнете большего? Ну, сейчас у меня появились снова амбиции. В принципе, после лондонского претендентского у меня были определенные, естественно, проблемы с мотивацией, потому что там все казалось как-то слишком близко, и мировая позиция там четвертая в мире. То есть, и, в принципе, мне казалось, хорошо готов к этому турниру. А после этого, ну, соответственно, турнир не удался, мягко говоря. И после этого было очень трудно дальше найти все мотивацию, такие силы, то есть, чтобы снова пытаться отобраться в претенденты и так далее. То есть, это большая проблема, естественно, когда ты вот получаешь такой удар. Но сейчас, я не знаю, мне стало очень интересно играть, и поэтому я с удовольствием принимаю участие в турнирах, и особенно, как я говорил, в супертурнирах. То есть не очень хочется играть в открытые турниры, хочется играть в супертурнирах, и там как-то я себя чувствую комфортнее. Не знаю, может, я привык. А вот супертурнир, к которому наверняка относится и проект «Армагеддон», как вообще вот вы здесь себя ощущаете? Может быть, здесь получили дополнительный заряд мотивации вот для возвращения в активные такие шахматы? Очень интересный турнир, очень интересный формат. Мне очень нравится вообще все, конечно, динамично. И, естественно, вся вот эта идея, съемки, комментарии, все это лайв, да, это очень приятно и интересно. В принципе, то есть я всегда считал, что Блиц – самая интересная часть нашей игры. То есть поэтому я думаю, что даже если бы все турниры перешли бы только в Блиц-фазу, я был бы не против в целом. То есть Блиц у вас тоже, как и у многих шахматистов, любимая часть такой игры шахматной. Часто ли вы с коллегами по сборной, Тимуром Раджабовым и Шахрияром Мамедьяровым, да, и вот вы как, часто ли вы играете между собой? Ну да, на сборах у нас обычная, в принципе, практика. Я думаю, что для всех сборных высокого уровня это обычная практика, то есть спарринги между собой. Вот. Ну, Блиц, естественно, это самая веселая часть, там, и с комментариями, с шуточками и так далее. То есть все гроссмейстеры с этим знакомы. Да, то есть Блиц, конечно, всегда входит в часть подготовки. Я в последнее время меньше гораздо уделял этому, чем вот в более юные годы. И, соответственно, тогда я, наверное, играл в Блиц посильнее, чем сейчас. Но сейчас, я думаю, тоже неплохо играю. Тимур, спасибо вам большое, что пришли к нам в студию. И успехов дальше на проекте «Армагеддон». Спасибо. Всего доброго. Итак, состоялась у нас жизненосная такая партия, партия «Армагеддон», партия смерти, как ее называют шахматисты. В ней очень уверенно действовал 14-й чемпион мира Владимир Крамник. И черными фигурами не испытывал никаких проблем, ощущение даже, что просто действовал как компьютер. Играл очень точно. Владимир показал свою блестящую игру, и, безусловно, это порадовало многих его поклонников. И сейчас вся интрига в том, как он будет дальше играть, и все матчи впереди. Напомню, что Владимир Крамник в начале этого года объявил о том, что он завершает свою профессиональную карьеру, но вот судя по игре, Крамника играет ярко, интересно и ощущение, что все-таки хочет играть. Итак, сейчас мы приветствуем в студии победителя этого матча Владимира Крамника. Владимир, поздравляем вас с победой. Как вообще вот «Армагеддон»? Это наверняка что-то особое. Ну, опять же, уже не первый раз играю такие матчи, но в принципе, очень удачно сложилось, как-то получилось знакомая позиция. Мне кажется, Тимур неудачный дебют разыграл. В какой-то момент у меня пошла простая игра. Я думаю, что на А6 надо было комбо F7 пытаться играть, по крайней мере, с точки зрения осложнить игру. Но Тимур, по-моему, не видел этого удара. Конь F3, слон E6. Дальше уже так рукой, что называется. Рукой я еще играть могу. Поэтому, в принципе, как-то, мне кажется, довольно уверенно играл. И, в общем, практически шансов получилось так, что не было у белых в этой партии. Да, ну, вторая партия – это, конечно, особый разговор, да. Но
думаю, что я получил большой перевес и несколько ошибок сделал грубых. Потом, конечно, было проиграно, времени не было, немножко повезло, конечно. Ну, какая-то ловкость рук какую-то проявил такую. Не по возрасту, что называется, да, потому что и позиция была плохая, и времени было совсем мало. Ну, как-то удалось спастись, а вот уже, когда, что называется, когда не забиваешь, ты забиваешь тебе, то есть Тимур уже в дополнительной партии уже ему не удалось завязать борьбу. Владимир, скажите, это сознательная стратегия у вас была во второй партии, когда вы пошли на больший риск, чем обычно, и не хотели ли вы играть в Армагеддон, или все-таки это была обычная партия, если есть по ситуации? Нет, мне просто показалось, что это очень сильно, очень интересно, и, в принципе, я просто играю. То есть я не думал о том, хочу я, не хочу играть вот третью дополнительную партию. Ну, как получится. Но мне казалось, что это хорошая жертва, и я думаю, действительно был перевес, но другое дело, что потом я начал не очень удачно играть. Но зато веселая партия получилась. После победы в первом матче на Армагеддоне над китайским шахматистом Ви вы сказали, что еще, может быть, не до конца разыгрались, не до конца почувствовали, мало партий. Но вот сегодня их было уже больше, был Армагеддон. Как вообще ощущения? Все-таки вы не играли же какое-то время. Ну да, и не играл, и все равно, конечно, нет ощущения полной разыгранности, безусловно. Но мне кажется, то есть так временами демонстрирую какую-то, скажем, скорость мысли, в общем-то, ту, которая была, когда я играл в профессиональные шахматы, но не всегда. Поэтому посмотрим, конечно, завтра будет, или когда я в следующем матче играю, будет непросто, конечно, с Яном. Ну и сегодняшний соперник очень сильный, Тимур Блиц очень сильно играет, и я не считал себя фаворитом в этом матче. Ну и завтра не считаю, но посмотрим, буду бороться. Владимир, расскажите, то есть по ощущениям игры пока все идет нормально, немножечко, может быть, не разыграны, но как вообще вот это ощущение, когда вы немножко вышли все-таки из профессиональных шахмат, теперь, может быть, взгляд немножко у вас другой на все это? Да, просто я, так сказать, в удовольствие пытаюсь играть, то есть и, честно говоря, не ожидал. Я считал, что если выиграю один матч, все-таки в блиц такая игра, тут надо быть очень наигранным, разыгранным. Я полгода почти вообще шахматы как бы не играл. И я думал, что выиграть один матч – это будет уже достижение. Два матча – это вообще что-то запредельное. Но два уже выиграл. Кто знает, может, случайно еще один выиграю. Я не знаю, буду стараться. Но для меня сюрприз, что и мне удается бороться на равных с молодыми игроками, которые намного моложе и в общем-то, намного более разыграны, чем я. Это довольно странно, но приятно. Владимир, спасибо вам огромное, что пришли к нам в студию. И успехов на проекте «Армагеддон». Спасибо большое, Владимир. Удачи. Итак, завершилось второе противостояние игрового дня. Владимир Крамник в партии «Армагеддон» нанес поражение своему сопернику Теймуру Раджабову. Захватывающий был поединок. Наибольший интерес болельщиков, я думаю, вызовет именно вторая партия в блице, когда Владимир Крамник пожертвовал качество. На наших экранах турнирная таблица. Мы видим, что я не помнящий Владимир Крамник проходит дальше по турнирной сетке, а у Сергея Корякина и Теймура Раджабова будет дальше еще побороться за победу в турнире. Напомню, что соревнования «Армагеддон» проходят по системе Double Elimination. Это значит, если шахматист проиграл один матч, это еще он не покидает наш турнир, он еще продолжает борьбу, поэтому и Сергей Корякин все-таки еще будет продолжать борьбу. Ну а у нас на этом все. С вами были ваши комментаторы Владимир Воткин и Эльмира Мирзаева. До встречи. Смотрите «Армагеддон».